Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом. Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Номер телефона, друг мой, помни ты. Книгу Еремия 33:3. Если будет горе, то звони Отцу, и Он все тревоги приведет к концу. Иния свобода каждому из нас. Можем мы услышать с неба Божий глас. Бог ее устроил для своих детей. И когда в горе, звони скорей. Латынь там не нужна, там вам телефон. Каждому доступно. Говорит с Отцом, долго не придется ждать нам на ответ. Бог нам сам ответит, и задержки нет. Если нет ответа, враг разъединил. Сатана обманом линию разбил. Удали плотские помыслы свои, и дары большие Бог пошлет свои. Линия порвется, можно починить, пламенной молитвы вновь соединить. Божьи обещания помогу тебе, и любви вещания потекут к тебе. И сейчас песня номер 9, пожалуйста.